также Федоров совершил убийство, находясь в состоянии употребляемого опьянения, представляющего повышенную общественную опасность. В связи с этим, учитывая тяжесть совершенного... В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий 19 июня 2016 года сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое жителей города Якутска, которые сообщили следователям о своей причастности к убийству. По данным следствия, в день исчезновения они находились в автомашине, которая была остановлена девушкой на улице Лермонтова. В последующем, в районе Кирзавода, города Якутска, все трое вышли из машины, и после произошедшего между молодыми людьми и женщиной конфликта они совершили ее убийство, позднее спрятали тело во овраг, прикрыв ветками и листьями. Подозреваемые указали следователям место сокрытия тела. В понедельник, 20 июня 2016 года, в отношении одного из подозреваемых судом по ходатайству следственных органов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении второго подозреваемого мера пресечения будет избрана позднее. Для установления причины смерти потерпевшей назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. О личностях молодых людей также известно, что они ранее судимы и освобождены из мест лишения свободы в феврале текущего года. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.